Чаще всего в службу судебных приставов люди обращаются, когда получают уведомления из банков об аресте их денежных средств. Согласно федеральному закону, судебный пристав-исполнитель при неисполнении должником требований в добровольном порядке вправе обратить взыскание на денежные средства, находящиеся у злостного неплательщика в кредитной организации. С рядом банков, к таким как наиболее крупным, это Сбербанк России, с банком ВТБ-24, с банком Москвы, у нас, значит, организовано межведомственное взаимодействие по электронным видам связи. То есть я хочу сказать, что вот это постановление об обращении взыскания на денежные средства, оно направляется непосредственно по электронной почте, то есть достаточно быстро доходит до кредитного учреждения. Обращение о взыскании в банк поступает сию же секунду, и арест накладывается в считанные дни. А вот снятие его процесс не такой быстрый, так что надо быть к этому готовым и планировать свои действия с расчетом на возможные задержки. Отмена этих постановлений также происходит в электронном виде. И хочу предупредить должников, что вот регистрация банком наших постановлений – это тоже достаточно длительная процедура, учитывая то, какой объем межведомственного документооборота имеется в настоящее время между службой судебных приставов и кредитными учреждениями. То же самое касается запрета на регистрационные действия транспортных средств и ограничения на выезд из Российской Федерации. Поэтому, прежде чем планировать дальнюю поездку, заранее убедитесь, что у вас нет долгов. Это можно сделать на сайте fssprus.ru. Если же вы не выездной, то обязательно оплатите долг как можно раньше, так как запрет снимается дней через 10, а то и больше. А для тех более продвинутых таких наших должников, у которых есть телефоны со специальной программой, в принципе, вы можете прямо в нашем же помещении воспользоваться электронным ключом, подложив камеру телефона на электронный ключ сюда, вы также можете непосредственно сразу же войти в базу данных АИС ФССП и узнать полную информацию о своей задолженности. Напоминаем, что служба судебных приставов находится по новому адресу: Александровка, 7, корпус 1, вход со стороны храма. Приемные дни: вторник с 9 до 13 часов и четверг с 2 до 4. Прием денежных средств ведется ежедневно.